Хей, гайс, сонышмики, мы продолжаем проводить игру под названием... Под названием... А кто ее помнит? Да, ламинали, ладно. Сигналы, ладно, побежали. Мы, короче, с вами в прошлой серии хоррор-моменты, так сказать, сделали. Если это вдруг конец серии будет, а я одну из двух либо объединю, либо просто зайду, ну, типа, начну заново проходить, так как у нас, так, помните, была дверь, которую мы не пошли. Enjoy avocados. Какой-то зрительный авокадо. Посмотрим, что здесь будет. Если конец серии будет, и у нас будет половина, ну, типа 30 минут, 28, да, минут. О, уже много часов. Да, это шестая серия. Что, мне нужно было все повключать? У меня будет получаться... Ну блин, ну это много серий. Все-таки. Стой, а там не было этого? Проигрывателя нету. Ну ладно, тогда все нормально. Такая релаксирующая музычка у нас. Push bar open. Указатель не берется. Указатель не берется. Ага. Ага. Опа. Что я взять, я не могу. Что-то забредятина. Мне типа кликер нужен. Мне просто кликер на 3 клика делает. Вы понимаете, сколько это кликать надо? Типа, на самом деле, я не знаю, может... Не, одно нажатие, оно очень, типа... Скорее всего, вот если бы я отсюда брал... Да не, оно тоже долго, ладно. Вот это мучительно. Окей. Так, и какой-то странный ящик. Два прохода. Вправо выход, слева выход. Давайте влево. А-а-а!
То есть, вот как она работает. Подожди, а так оно может это? Нет! Я знал, что так может получиться. Подожди. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что они то плодятся. Но я их трогать не могу. Типа, камон. Ладно, пауза. Не, на этот раз мне не так уж много времени понадобилось. Да, с кликером намного проще. Окей, значит, вот правая кнопка мыши создает. Покажу кликером. Понимаете, это просто... Все, они просто падают. Я могу вот так забраться. А теперь такой... Подожди, а как мне тогда теперь дверь открывать? Ладно, так выключаю кликер. Ладно, здесь понятно. Окей. А, типа, поняли. Выход в небо и... Так, я, получается, уже брать... Внимание, доктор Песни напоминает о следующем близке, связанном с преобразованием сновидением. Значительные потери памяти как количество, так и качественное. Галлюцинация с объектами вызывает страх и нереалистичные предприятия о длине коридора, а также прочие подобные эффекты, которые еще не были открыты или изучены. Окей. Что еще может быть тогда у нас? Так, замечу, что... Толкать я не могу. Чем мне это поможет? Чем мне это... Окей, посоздаю кучу вещей. И чем она действительно мне поможет? Дело в том, что я использовать не могу то. Ладно, кликер в деле. Ну, типа, я не смогу их столько нафармить, типа, насоздавать, чтобы... Оно фризить будет плюс при этом, понимаете? Чтобы сделать дорожку. Ой, боже, не думаю, что оно так работает. Ну вот, а как оно действительно работает, мне тоже не интересно. Интересно. Двигать я не могу ничего. Дело в том, что я брать не могу. И это очень печалит. И... Так, хорошо, назад. А, смысл, ну, дверь я сделаю ее.
Сделайте то, сделаю. Забраться я то не смогу. И мне что-то нужно громадное. Громадское. Чтобы при этом туда попасть. У меня есть две части кубика. Ничего из этого не берется. И ничем здесь... Подожди, паркур? А, хотя нет. Типа на этот я, окей, запрыгну. Дальше. Типа он не настолько прыгун, чтобы... залезть куда-то очень высоко. Я бы понял, если бы здесь было бы еще что-то, чтобы я мог залезть. Просто так я не допрыгну, и он не зацепится. В этом вот весь прикол. Хотя... Не, на него не запрыгнуть. Если бы на него можно было бы запрыгнуть, тогда да, сюда был бы вариант залезть. Ну а так, увы и ах. Увы и ах. Сюда тоже, да, не залезть. Наверх. Никуда тоже так не забраться. Странно. Ветродуй тоже не возьмешь. И я не знаю, что делать, ребят. Походу, здесь я и остановлюсь. Кнопочки не берутся. Ну, будет дебилизмом, если вот это все буду куда-то вести сюда. Стол не дублируется тоже. Он не толкается и ничего такого. Не знаю, давайте я сейчас, может быть, что-то найду и вернусь. Хотя, подождите. Здесь нету лазера, так? Сюда забраться я могу. Дело в том, что и сюда я могу вернуться. Так, ну это закрыто, ладно. Видите, херня в том, что... тут больше ничего не дублируется. Вот в чем херня. Типа, если за счет паркура можно было куда-то залезть... Вот, что это такое? Какой-то ящик, но туда наверх я не залезу. Хотя, если я смогу залезть сюда, я запрыгну сюда, а ну и дальше хер там. Вот единственное, куда могу пока что забраться. На этот он не запрыгнет. Сюда он тоже не запрыгнет, и люк не открывается. Я не знаю. Давайте подумаем. Чё за дерьмо? Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects, unrealistic beliefs about the lengths of hallways, and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Объясняю. Я не знаю почему. Мне не было ни таблички, как вы видите. А, не часов. Я... мне пришлось, типа, перезапустить уровень. Короче, это бредятина. Полная. Я уже думал, все, ГГ.
Как понять? Теперь у меня смайлик. Не, просто, блядь, я немного расстроился. Ну ладно. Типа, ну, посмотри, это ж смайлик. Ладно. Теперь я на позитиве. Снова вернулся в позитивный мир. Оп. Просто нужно его было толкнуть. Не, пускай будет лучше вот эта музыка. Вау. В смысле, я опять не могу ни хера брать? Как я понимаю, мне нужно сюда их забросить. Ладно, подрубаем кликер. Ха. А, поняли, я мог бы вот так просто встать, да и все. Нифига себе. Ну ладно, сейчас хотя бы игра. Внимание, доктор Пирс лихорадочно отправлял множество орфографических и грамматических ошибок в стандартный органистический протокол. О чем я пытаюсь вам помочь? Мой набор программ не позволяет их исправить, однако я могу нарушить принцип стандартного ориентирования протокола. Вы не получите эти сообщения. Они в любом случае лишены смысла. А, не, если мне придется каждый раз перезапускать уровень, когда как эта херня будет, это будет плохо. А, здесь логично, что мне делать. Сейчас я залезу. Все верну обратно. Просто пройду. Так, ладно, здесь у нас ничего не открывается. Внимание, так, доктор Пирс продолжает загружать грубые ошибки. Я передам основные мысли. Здравствуйте. Представиться, что я настоящий доктор, я закончил школу. Виртуальная реальность не ошибка. Я могу помочь, но в то же время не знаю как. Передача закончила. Понятно. Я доктор, который закончил школу. Найс. Ладненько, погнали дальше. Что у нас тут еще будет? Надеюсь, мне его не нужно сюда перетягивать будет. Здравствуйте, меня зовут доктор Пирс. Пожалуйста, добро в Саммон Крик. Бригада пациентов по заботе 10 работы лет. Расстройство вы становитесь каким-то либо профессиональным изображением. Помощь технологий при новейшем будущем мы достигли, но никаких их удачи желаем. Чё? Никаких их желаний. Так. I what is the forgotten Sega 3. Oh lord. Deep, 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 deep. Выход протокол. Типа клифт это смерть. For mind. Mind hearts. Я не знаю, сколько здесь серий. Без понятия. Но я понимаю, что один будильник, это у нас одна серия.
У нас с вами еще есть 10 минут. Не, если бы я, конечно, там бы не задержался, может быть, я бы все... 3 FPS. Неужто? Мне, короче, мозги хотят промыть, я понял. Да, в минус FPS просто улетает. О, мне показалось, или тут какие-то блики были? Как будто что... О, видите? Типа такие тучи, я думаю, сейчас бас такой. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Уведомляю, что вы вновь появились в нашей системе наблюдения после продолжительного отсутствия. Пожалуйста, продолжайте заниматься тем, чем занимались только что. И прекратите заниматься тем, чем занимались ранее. Типа я тогда должен был упасть? Ладно... Окей... Так, я выходов не вижу, хорошо. Мне нужно зайти в дом. А, мне нужно еще сделать домик таким, чтобы я мог нормально еще в нем передвигаться. Ха, это прикольно. Так, не буду ли я слишком большим великаном? Вау. Теперь очень маленький. Класс. Ладно. Так, очередной психодел. Hello. Пом. А помимо вышеупомянутых продолжений, и прокращение также просим игнорировать все, что могло вызвать у вас беспокойство за последнее время. На данный момент обстановка должна снова стать успокаивающей и исцеляющей. Если это не так, возможно, вы получили это сообщение по ошибке. Но опять, да, красная полоса, скорее всего, меня хотят напугать. Но на этот раз они меня уже не напугают, потому что я знаю, что будет снова обычная краска. Это вилка. Вилка не может бить током. Типа, шанс того, что она упадет, она на нитке. Хотя, кто его знает. Вау. Это... Маджонг, я правильно понимаю?
Так, стоп. А теперь из этого я должен выход найти. Оп. Так, забрался. Что у нас в окнах? Что? Типа я должен... Ничего себе. У меня только внутрь. Уйма шкафчиков. Я типа душевая. Вау. Здравствуйте, меня зовут доктор Гленнис Пис. Я бы хотел зачитать мою любую мотивацию с цитатами. Нет ничего хуже, чем фокусирование на негативе. Это не спасет вас ни от аквасмерти, ни от болезней, ни от жестокой времени, ни от пустоты человеческой природы, ни от грядущих потерь всего самого дорогого. В общем, лучше фокусируйтесь на чем-то ином. Я, короче, понял. Подожди. Это то же самое, что я вижу сейчас. Вот кабинки, правильно. Почему я не могу... Смотри, я вот хочу, да, вот... На это, потому что я залез, потому что я умею паркурить в разных играх. Вот, типа, дорожка, да, мы можем просто пойти. А нифига, вот да, такой, оп. Ну что, пойдемте по прямой, пойдемте. Оп, а нихера. А нихера. Это еще можно. Блин, ну залазить это можно, а только это паркурить нужно. Долго и нудно. Хотя, может быть, мне на это и намекать. Хоть нет. Теперь я вообще стал маленьким. Хе-хе-хе. А теперь как мышка. Кажется, он наоборот меньше стал. Дело в том, что мне наоборот нужно чем ближе. Мне теперь залезть, когда я сам стал малявкой. Хотя мне нужно как-то так поставить, чтобы я смог зайти в него. Ой. А, сложно.
туда наверх, понимаете? Ну какого черта ты такой стал маленьким? Вот, я, допустим, тебе его делал, видите, вот огромным. Вот он стал огромным. Как это сделать? Это на самом деле очень сложно. Точно, что я туплю? Нахера мне делать огромный замок, чтобы я по замку попал туда, если я могу просто построить? Типа поставить наверх, и чтобы у меня был проход сюда. Но я все равно маленький. Здравствуйте, меня зовут доктор Генни Спирс, и мне бы хотелось поблагодарить вас за активацию всех до единого 823 аварийных протоколов. Это очень поможет нам улучшить систему для будущего пациента. Поздравляю. Что ж, теперь вы идете в верном направлении, и в скором времени сможете активировать протокол аварийного выхода. Примерно понял, что мне от меня хотят. Так, подожди. В чем дело? Мне нужно закинуть его туда, так ведь? Либо я просто мог его встать. Нет, нужно еще сделать больше. Чем больше, тем лучше, потому что так почти хорошо. Нужно также теперь только просто подвинуть. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Видите, тяжко то, что нужно попасть. Попасть на самом деле не самое легкое. Так, стейпы. Он уменьшился. Надо, чтобы еще свет падал туда, понимаете? В проход. Блять, он меня не в проход светит. Блин, что это? Я должен туда бегать постоянно. Иди сюда.
боже. Еще ровно будет поставить. Так, ты сюда. Тебя увеличим. Переворачиваем, ставим. Слишком впритык. Слишком впритык, ну правильно. О боже, пытаемся так. Вот, все. Подожди, она стала настолько... Я понял. Сера ли я стал таким? А что в сундуке? Такой проход, чтобы я смог туда пройти. Я походу еще маленький, ну если верить с размером коробки. Просто уже места мало. Мне туда попасть. Ладно, уменьшаемся. Ладно, уменьшаемся. Дец. Можно, знаете, как сделать? Друг на друга ее наставить. Типа... Первую так. Вторую сверху просто поставить. Сверху на этот, если можно. Нет, нельзя. Ну, сука, как я, это сложно, очень. Я не могу замочную скважину сделать нормально. Для своего размера. Для прохода, как для прохода, вот. Ладно. Это пиздец. А я уже так и так думаю, я уже такой маленький стал. Видите, я уже могу видеть пиксели. Вот эта фигня, она даже уже меньше не становится. Она не может стать меньше. Смотрите, сравним. Если я сейчас захожу в этот портал, я становлюсь немного крупнее, да? Если отсюда посмотреть... Я еще мог стать крупнее. Сейчас посмотрим, где другой портал. Вот он. Понимаете, он даже больше стать не может. А, не может. Частично. Хотя, а чё я туплю? Я мог просто стать очень большим и пройти, по идее, наверное. Я начал экспериментировать, и, в принципе, у меня получилось. Туда можно, блядь, тебя просунуть. Я сейчас просто вырасту.
попытаюсь. Походу это максимальный размер. Мне хотя бы, чтобы пройти можно было. Все, неужто? Неужто я справился? Так, я сейчас немножко стану большим. Или я ни хера не стану большим. Подожди. Сейчас мы все дело это устроим. Ага. Сказал я. Нет, не дай поглотить. В принципе, мне просто сделать ее больше, да и все. О, неужто? Ладно, давайте я дойду до дня. Или закончим на этом. Давайте я сделаю так. Если это конец, сейчас просто я продолжу говорить, а если нет, это будет обрывок. Поэтому как-то так.